простое и доступное средство для придания повседневной выпечке и десертам насыщенного вкуса и аромата. Это шоколадная глазурь. Далее хочу рассказать вам, как приготовить глазурь из какао. Использовать такую глазурь можно по своему усмотрению. Вы можете полить торт, сделать кексы с шоколадной глазурью, подливку для мороженого, для творога, вариантов масса, вы можете выбирать. А еще эта глазурь просто идеально подходит для мягких и воздушных дрожжевых пончиков. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Сахарная пудра, 1,5 стакана. Какао-порошок, 4 столовые ложки. Молоко или вода, 2 столовые ложки. Ванильный сахар, 2 чайных ложки. Количество порций, 1. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До новых встреч!